За последние 3 года цена на услуги Ульяновского водоканала не росли. На сегодня в замене нуждаются 726 километров сетей канализации и 722 питьевого водопровода. Изношенность сетей – причина частых коммунальных аварий. Одна из последних на Тутях оставила без воды часть жителей железнодорожного района. В ближайшие годы в планах Ульяновского водоканала провести крупные ремонтные работы. Средств на это при действующих тарифах не хватает. В связи с этим агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области направило главе Ульяновска Дмитрию Вавилину на рассмотрение проект документа о росте платы за коммунальные услуги. Так, на 12,5% было предложено повысить стоимость теплоснабжения и на 6% водоснабжения. Это решение как бы предварительное, оно еще не окончательное решение. И, значит, все средства, которые пойдут на увеличение платы, естественно, будут учтены в производственной программе водоканала. И в первую очередь они пойдут на мероприятия по улучшению состояния сети водоснабжения и улучшению качества питьевой воды. В срочном порядке вопрос поставили на голосование в городской думе. Однако депутаты выразили недовольство и проголосовали против повышения цен. Теплоснабжение занимает львиную долю расходов населения. Мы, с одной стороны, видим нарастающие объемы выполнения ремонтных работ по сетям. С другой стороны, да, платежи зашкаливают, поэтому поддерживать действующую редакцию проекта документа, на мой взгляд, как депутата, мы не должны. Депутаты Гордумы предложили иной вариант решения проблемы. Так, по их мнению, тариф на теплоснабжение следует снизить до 6%, а вот водоснабжение, наоборот, увеличить до 20%. Звучит проценты, конечно, может где-то обнадеживающие, а где-то пугающие. Но если мы перейдем на рублевый эквивалент, как уже Сергей Петрович, руководитель водоканала, сказал, то есть это порядка 50 рублей в месяц будет увеличено на 50 рублей, вернее, гражданин Ульяновской, вернее, житель Ульяновской области будет платить больше. Такой подход к решению задачи не сильно ударит по семейному бюджету ульяновцев и не станет губительным для ресурсных организаций города. Предложение по изменению проекта направлено в агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. Повышение цен на коммунальные услуги ожидается с 1 июля следующего года. Экономисты рассчитали, что в среднем ежемесячная плата для каждого жителя города за холодное водоснабжение вырастет на 21 рубль. Аналогичный рост планируется за услуги водоотведения. В результате Ульяновский водоканал сможет ежегодно вкладывать капитальный ремонт своих сетей до 300 миллионов рублей. Максим Писарев, Герман Баранов, Улправда ТВ.